очень любят пищащие резиновые игрушки. Очень любят. Правда, игрушки живут недолго, но щенки их друг у друга отбирают, грызут, носятся с ними. Да, девчонки, игрушки в любом количестве, любые, нам нужны. Потому что щенки очень сильно с ними играют, тянут друг у друга, отбирают. И, естественно, рвут, конечно, но вы бы видели, сколько счастья, когда они тягают эти игрушки. Детские вещи хорошо очень, и можно распашонки. Вот распашонки, это если рана находится, вот как у меня сейчас, у вопли, под лапкой, под передней раной. Вот такие детские распашонки на спинке запахнул, одел поверх бинтика и очень хорошо держит. Поэтому, если есть старые детские распашонки, было бы здорово. Старые детские колготки. Маленькие размеры. Маленькие размеры. В общем, нужны чаще всего трикотажные вещи. Почему? Они тянутся, и животному в них удобно лежать. ХБ нам не подходят, потому что очень жестко, неудобно. И собаки нервничают, и кошки тоже. Нам нужны детские трикотажные и вязаные вещи. Штанишки любые, кроме джинсов. Штанишки тоже нужны, такие, которые тянутся. Ползунки, лосинки, вот такое детское. Такое нам подходит. Можно делать даже вот из шуб, вот эти старых шубы, если у кого-то есть. Вот эти мохнатые подстилки тоже можно делать. Очень здорово, правда здорово. Спасибо, моя золотая. Это называется «Подарки приехали». Да вы мои зайки, да? Чего? Все игрушки мягкие, все мячики мы уже занесли в будку. А эту никак, скажи, не поддается эта игрушка нам никак. Так, деточка, отойди, мамина, отойди, моя хорошая. Чи-чи-чи, дай я пройду. Тихо-тихо-тихо. Отошли. Девочки, отошли. Так, вот там, да-да-да. Да, мои хорошики? А здесь наша толпа. Эй, ребятки, о, мячики у нас все. Все мячики уже занесли в будку. И все мячики в будке. Вы мои хорошие. Вот так. Да. Вся толпа сюда. Ай, гаврики мои, да. Эй, козлята, ну, бегом сюда к маме. Так, да, мои хорошие. Маленькие мои. Мы уже выставили нас на пиар. Мы уже привитые полностью. Мы готовы к пристройству. Все детки готовы к пристройству. Да. О, в будку понатаскали все игрушки. Им здесь много места, им здесь хорошо играть. И сюда, да? Да, мои золотые. Все, мои хорошие. Так. Сеточку специально придумали, что когда заходим, чтобы малыши не выскакивали. Так, сеточку надо подровнять. Вот так. Ой, козлята. Ох, козлята мои. Огромное спасибо всем, кто приезжал на Киевский вокзал и привез нам подарки. Привезли много игрушек. И дети просто счастливы. Много пеленок, много подстилок. Благодарю вас. От всего сердца благодарю. Спасибо большое. Сегодня у нас праздник. Добра вам, люди. Спасибо огромное. От всего сердца, от всей лохматой души. Спасибо.